Всем привет! Простите, я заболел. Да, из-за этого видео не было, мне очень плохо. Я не буду описывать, что со мной не очень плохо. У меня все болит, температура и... Не буду говорить, слишком высокая. Это слишком. На секунду другая тема. Тема о закрытии Дисней. Россия. Нет, не будет больше Диснея. Да, жалко. Да. Теперь вместо канала Дисней в России будет, угадайте, что? Телеканал. Это очень грустно говорить. Телеканал Солнце. Новый телеканал Солнце. Солнце. Что за Солнце? И мы больше не увидим канал Дисней по телеку. Вы грустите? Я да. Вот мое мнение. Просто грустно. Утиные истории я очень любил. Да-да. Gravity Falls тоже просто обожал. И много других франшиз. Даже Тайна Коко, Душа и так далее. Эх. Короче, будем помнить Дисней. Мы будем расстраиваться. Может, на канале Солнце что-нибудь хорошее показывать. Я еще не смотрела то. Да. Это так себе ситуация. Да что же делать? Интересно. Кстати, я хотела очень посмотреть такой мультфильм, как «Элементы», «Стихии». Я не знаю, как переведут на русский язык. Это вроде будет показываться на Дисней, да? Угу. Поняли, наверное, к чему я веду, да? Я не увижу никакие элементы или или как. Сейчас я много грущу. Да, прикольный мультфильм по трейлеру. Очень бы хотелось посмотреть. Ну, похоже, я его не увижу. И это грустно. Ну, ничего страшного, но если честно, я сам пока нечего делать, еду, например, в Казань. Да, я еду в Казань, чтобы, например, купить какую-нибудь новую штуку для обзора. Или чтобы улучшить видео. Например, я покупал штатив. Не знаю. Стоп, я же им не пользуюсь почти. Ну, в видео надо будет пользоваться. Че это? Ну, я развалился, короче. Короче, будем что думать, что будет. А на этом мы закончим. С вами был Филипп. Всем правильно. Всем пока-пока.